Выбирать автосервис сможет автовладелец, но только из списка тех мастерских, с кем у страховой компании заключен договор. Соответствующий законопроект уже одобрен Нижней палатой в первом чтении, а Центробанк подготовил поправки ко второму. В законе планируется прописать, что ремонт производится без учета износа деталей, а страховая компания отвечает за качество ремонта и сроки, в которые он производится. Кроме того, в течение года депутаты смогут принять множественные поправки к закону об ОСАГО, подготовленные Минфином. Ведомство предлагает сделать три вида полисов с разной страховой суммой. С действующим сейчас лимитом 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей здоровью, до 1 миллиона рублей по каждому из рисков, а также увеличенный до 2 миллионов рублей. Кроме того, Минфин предлагает убрать коэффициент мощности транспортного средства из расчетов стоимости полиса, а вместо него ввести повышающие коэффициенты для нарушителей ПДД и понижающие для аккуратных водителей.